смотри. Форма для оладий. Подержи. Смотри, какая прикольная, да? Это вот можно, смотри, каждую. И выпекать. На сковородке, да. Вообще прикольно. Видюшек, да? Может, возьмем такую? Она стоит 149 рублей. Так интересно, даже самим кушать интересно. Чего? Прикольненько. На сковородку. Вот как готовится. Ой, сейчас покажу. Вот. Заливается, готовится, а потом просто переворачивается. И вот такие они получаются. Вот смотри, держи. Вот, видишь, какие мордашечки получаются. Прикольно, сверху можно клубничку положить, банан, орешки. Детям вообще здорово такое. Такая форма. Скалка. 99 рублей. Тесто раскатывается. Кстати, она тяжелая, скалка эта. Чем тяжелее, тем лучше. Есть вот такие для печенья в формочке. У нас такие же, видите, есть с поршнем. Маленькие. Да, это вот на тесто. Раз, и вот так нажимать, и будет вот у вас рисунок. Это мишка. А есть не только мишка. Смотри, есть он еще человечек. А, и все, мишка и человечек. Лопатка кулинарная, 55 рублей, формочки. Что интересно еще есть? Набор маленький. Так, кулинарный для маринадов. Не знаю, как им пользоваться. Так, а это вот идет набор средних эластичных крышек. Смотри. А, так это крышки. Они вот так вот закрываются на емкость. Видите, как натягивается крышка? 77 рублей. Сколько здесь штук? Вот растягивается диаметр от 9,5 сантиметров до 15. Прикольно. Здесь также. Подставка для губок. А вон, смотри, подставка для губок. Она одевается на кранчик. Видишь, на кранчик? И здесь висит. Раз сюда губочку, и все. Так, сколько она стоит? 55 рублей. Тоже прикольно. Контейнеры хорошие. Здесь идет замкнутый контейнер с замком круглый. 1 литр 82. Почти около 2 литров для сыпучих продуктов 99 рублей. Так, а это что, стакан для напитков? Прикольный. Ой, не такой чушь. Что материал. Пробка, наверное, нет? 99. Ну, посуда разная. Вот корзина для фруктов. О, такая классная. Ложки, вилки, нож. Здесь у нас 27 диаметр сантиметров, 149 рублей. Для столовых приборов подставка 149 рублей. Есть вот салфетница такая же из этого же набора, 77 рублей. Емкости вот такие есть по 2 литра. По 55 рублей. Это мельница для специй. 149 рублей. Терочка. Ну, где-то я тут не знаю.